Приветствую вас, и складывается такое впечатление, что вы находитесь на распутье. То есть, смотрите. Во-первых, вы не сообщаете нам своего имени настоящего, а регистрируете свои анонимно. Ага, то есть просто ищите в имени аноним. Значит, чего-то опасаетесь того, что может быть кто-то узнает о том, что вы вот такую проблему подняли. И, соответственно, вам последует, ну, какая-то негативная реакция на это, да? То есть неуверенность ваша, она проявляется уже здесь, в том, что вы не считаете, что ваша проблема достойна того, чтобы о ней говорить открыто. И это говорит о том, в первую очередь, что вы себя подавляете. Либо ставите выше, чем свои собственные мотивы, вы ставите выше мотивы, например, других людей. Ну, допустим, общественного мнения, мнение друзей, может быть, мнение своей семьи, допустим. То есть вот какие-то такие моменты. Почему? Я поясню. Дело в том, что вы говорите о себе как о творческом человеке. И в этом плане я вас прекрасно понимаю. Ну, то есть, если вы творческий человек, то это здорово, это прекрасно, это великолепно, и я думаю, что это нужно только поддерживать. Вас нужно только поддерживать это. То, что вы творческий человек. Но ситуация заключается в том, что вы, будучи творческим человеком, не можете получать удовольствие от работы своей и от профессии своей. Почему? Потому что вы не хотите или боитесь остаться без средств к существованию. И вот здесь важный момент. Вы либо боитесь того, что вы не останетесь без средств к существованию и выбираете самую денежную работу. И выбирая эту денежную работу, вы совершенно не обязательно отказываетесь от своих амбиций, например, вы совершенно не обязательно отказываетесь от своих притязаний, да? Вы просто откладываете это как бы до лучших времен, что не является плохим, скажем сразу. Вот, и вы работаете. Значит, стараетесь обеспечить себя финансами, средствами, да, и уже потом, когда вы себя этими финансами и средствами обеспечите, вы уже вот тогда сможете заниматься тем, что вам нужно. Ну, объективно, это вот такой вариант, если вы не знаете, к
как бы готовы ли вы рисковать? Готовы ли вы, например, прыгать в неопределенность, и готовы ли вы сталкиваться с этой вот самой бедной жизнью, которая, ну, по сути, всегда есть у людей творческих, особенно в начале их пути. Потому что творчество это же еще нужно донести до людей ваше творчество, да? Для этого нужна сила, для этого нужно упорство, для этого нужно, чтобы вы верили в то, что вы делаете, для этого нужно, чтобы вы раз за разом стремились к своей цели, да? Вот. Здесь вы определяете сперва, чего же вы хотите. Финансового благополучия. И тогда работу нужно выбирать просто-напросто более денежную, а для души либо откладывать до более стабильного времени, либо заниматься ею как хобби. Это вполне такой приемлемый, на мой взгляд, вариант для вас. Вот, чтобы вы занимались именно как хобби. Либо, если вы действительно готовы заниматься творческой профессией, если вы действительно готовы вкладывать в это свои ресурсы, свое время, свои силы и так далее, то я полагаю, что этим нужно заниматься уже сейчас. Вопрос в том, чем обусловлена ваша потребность иметь финансовое обеспечение? Ведь если вы творческий человек, то деньги вам, ну, вроде бы нужны, поскольку, правильно, потому что вы творческий человек, а значит, если вы творческий человек, то, ну, соответственно, и деньги вам не так уж особо-то и нужны. Либо деньги вам все же нужны, и нужны вам деньги сильно, но тогда возникает опять же этот самый вопрос. Для чего? Вот для чего вам нужны деньги? Какую роль они в вашей жизни играют? Именно деньги. Вот поймете это, вот сможете, точнее, понять данный аспект. Я полагаю, что вам будет куда более ясно, к чему стремиться дальше. Если вы говорите о том, что вот я не уверен в себе, я там нерешительно и так далее, да, вот как вы просите нас, помочь вам стать более уверенным в себе. Вот если вы говорите так, то нужно для начала понять, а что мешает? Что мешает вам быть более уверенным в себе? В чем вы в себе сомневаетесь? Для того, чтобы себе не заниматься, нужно расставить приоритеты. Для того, чтобы расставить приоритеты, нужно понять, что вам ближе. И не иметь, по сути, конфликтов мотивов. То есть вы говорите, как мне стать более замотивированным. Знаете, если человек не мотивирован, значит в нем огромное количество мотивов вообще друг с другом переплетаются. И если вы испытываете на себе вот это переплетение мотивов, то, конечно, ничего удивительного нет в том, что вы не мотивированы, потому что ваше сознание включает защитную реакцию на то,
чтобы вы не дошли с ума от реализации сразу нескольких мотивов, причем зачастую эти самые мотивы, они могут быть даже, ну, знаете как, совершенно противоречивы. То есть они могут абсолютно противоположными быть. А вам-то нужно в этом как-то уживаться, вам-то нужно как-то жить в этом. А как жить? Вот только таким вот образом. То есть через демотивацию. Демотивация в данном случае — это защитный механизм, который защищает вас от совсем уж плохого состояния. И до тех пор, пока этот конфликт мотива будет, вы будете плыть по течению. Потому что это единственное, что вы можете сделать. Вы не можете адекватно реализовать всех мотивов, ну, просто потому что это невозможно. А? Невозможно реализовать все мотивы. Вот. Но и свой собственный мотив, допустим, реализовать вы тоже не можете. Ну, пока. Потому что на ваш мотив давят мотивы других людей. Или это общественное мнение, или это семья, или это просто разные ценности и так далее. И вот эти ценности вам и нужно взвесить, чтобы понять, что же все-таки мне ближе вообще говоря. Далее. Вот вы говорите, я готов трудиться, подниматься по карьерной лестнице. Это не творческий путь. Понятие по карьерной лестнице, потому что карьерная лестница — это то, что предопределено нам другими. Творческий человек не поднимается по карьерной лестнице, творческий человек идет своим путем. Ну, как бы творческий — это путь. Вот. Это первое. Второе. Я начала сомневаться в своем выборе. Почему? С какого момента в чем сомнение конкретно у вас? Вот это вот то, о чем вам следует подумать как следует. Буду ли я получать удовольствие от моей работы и мое ли это дело? Ну, знаете как? Опять же, если вам нравится английский язык, то есть вопрос в том, как он вам нравится. То есть, какое вы в него значение вкладываете, в английский язык. Английский язык ведь он может справедливо нравиться по-разному. Английский язык, он может нравиться, например, по звучанию, по написанию, по, скажем, простоте твоей и так далее. Но это совершенно не означает того факта, что вы будете им заниматься прямо. Вот прямо заниматься, да? То есть тут нужно понять, что значит нравится английский язык. Нравится как что? Сомнение в чем? Знаете, даже в своем сообщении вы как бы до конца не раскрываете этих моментов. Далее, значит, недавно думал о профессии режиссера. Но, боюсь, в моей стране тяжело придется в этой сфере, и поэтому я могу быть обречена на бедную жизнь. Ну, поначалу, да. А почему вы так спрашиваете в бедной жизни? Как говорят, что художник должен быть голодным. То есть режиссер, режиссер, чтобы ему действительно вот какие-то шедевры создавать, нужно действительно быть голодным. По крайней мере, поначалу. Ведь непонятно, почему вы боитесь бедной жизни. На мой взгляд, вы пытаетесь совместить несовместимое творчество и
достаточно. Это невозможно. В общем, я сомневаюсь в решении жизненного, в решении жизненного пути. Ну, вы знаете, вы не пишете свой возраст здесь, но мне кажется, что вы ставите перед собой какие-то слишком глобальные цели. Жизненный путь и так далее. Вы знаете, учеба – это не жизненный путь. Учеба – это этап жизни. А жизненный путь – это вообще-то немножко другое. Поэтому говорить о таких глобальных вещах, как жизненный путь, наверное, не стоит. Вы решите для себя сейчас, на данный момент, вашим актуальным целям и задачам, какая больше всего соответствует профессии. Именно цель. Если цель реализоваться, если цель состояться, нужно выбирать то, что от души, не обращая внимания на бедную жизнь или что-либо еще. Если ваша цель обеспечит себя, то я полагаю, что выбор очевиден. Да? Выбираете тем более денежную работу и все. Вот. А вместе с тем, то, что вы не уверены в себе, говорит о том, что у вас могут быть проблемы с родителями. То есть ваши родители либо такие авторитарные однозначно, либо отстраненные. То есть, вследствие чего вы не смогли воспитать в себе эго. Вот я. У вас нет этого я. Вы как бы раздираемы другим мнением, то есть суперэго. И, может быть, как бы... Может быть, вы разбираемы своим подсознанием. Но я, как никому нет, потому что я – это выбор, а вы этот выбор не делаете. Почему? Потому что вполне вероятно, что до недавнего времени выбора вам делать не приходилось вообще, все за вас решали, а сейчас вы сразу вынуждены делать довольно сложный выбор. А это так не работает, выбору учится. И учиться нужно снова. И это, конечно, процесс, в котором, я думаю, что... Каждый из наших экспертов сможет вам помочь, если у вас есть желание. Так, значит, вы пишите, как мне быть, ну, я сказал, кем стать, это вам решать. Я думаю, что можно будет с вами поговорить, проанализировать ваши ценности, проанализировать ваши установки, да, уже можно будет говорить, кем вам лучше становиться. Чего добиваться? Ну, это опять исходя из этого только. И определите, почему вы себе не доверяете. Вот то, чего вы хотите, почему вы этому не доверяете. Это важно. Очень важно. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы какие-то или что-то непонятно в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.